Итак, идем к подвесному мосту через Чималку. Маша, какая река? Чималка это? Чималка соединяется с Катунью. Очень замечательное место, энергетическое, где надо думать о хорошем и прокачивать энергетические потоки. Все будет хорошо. Вот тут с этой стороны тарзанка происходит, которую пока не видно. Дарина, стой, стой, здесь очередь. Пойдем туда поближе, посмотрим. Здесь сливаются две реки. Вот там вот Катунь, а вот это Чималка. Да, мы по мосту сейчас пойдем зачем? Не бойся, мы вместе с тобой пойдем. Я тебя, если хочешь, на руки возьму. Вот Чимальская ГЭС. После. Слушай, ее снесло? Ее же топило всю, да? Полуразрушенная стоит. Вода в сердце пошла. Мост прибывает вот в таком вот хитром состоянии. В общем, пойдем через мост, обязательно это снимем. А вот народ прыгает на тарзан. Молодец. Сейчас я.